В год председательства России в БРИКС в 2024 году в Москве, Алтайском крае, Московской, Тверской и Самарской областях реализуется второй российский этап международной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». В областной столице Верхневолжья при поддержке правительства Тверской области прошли мероприятия, посвященные индийской культуре. И одним из ярких событий стал национальный фестиваль, на котором побывала наш корреспондент Анастасия Новичкова. В городском саду состоялось торжественное открытие торгового фестиваля «Дни Индии» в Твери. Мероприятие проводится в рамках программы «Народы БРИКС выбирают жизнь», которая, в свою очередь, направлена на дальнейшее развитие культурно-образовательных и торгово-экономических связей Тверского региона с Индией, а также повышению его туристического и инвестиционного потенциала. Программа стартовала в городах Нью-Дели, Мумбаи, Пуна, Республики Индия в декабре 2022 года и охватила более 2000 студентов и бизнесменов, ставших участниками культурно-образовательного и делового треков индийской программы. Мы первый этап организовали в Индии, и второй этап у нас получается в России. Город Тверь особенный, потому что был человек, знаменитый Афанасий Никитин, который 550 лет назад приехал в Индию. Поэтому мы решили, что мы даем старт с Твери. Тверичане и гости областной столицы получили уникальную возможность приобщиться к индийской культуре. На территории городского сада развернулось несколько уникальных площадок, которые позволили присутствующим побольше узнать о традициях индийского народа. Главной локацией фестиваля стали торговые палатки памяти Афанасия Никитина с национальными товарами и услугами. Самым популярным товаром на ярмарке стал, конечно же, индийский чай. У нас в Индии очень разнообразная большая культура. И мы очень любим пить чай. У нас вот есть чай, разные типы чая. И очень натуральные продукты. Мы очень любим натуральные продукты. Также участники фестиваля удивляли гостей национальной едой, индийской одеждой и украшениями на любой вкус и цвет, эфирными маслами и благовониями, натуральной косметикой. Также желающие могли украсить себя индийской росписью по телу, которая называется мехенди. И помимо товаров и услуг, гости фестиваля получили возможность приобщиться к духовным практикам, таким как йога. Это учение основано на медитации и направлено на познание истинного «я». Когда эта энергия пробуждается, и сразу вы видите разницу. Поэтому наша йога немножко интереснее, чем другой. Еще не сложно. Все могут занимать, даже старенькие, дети, все. И главной фишкой торжественной части фестиваля стали традиционные индийские танцы с участием тверских коллективов. Напомним, что все мероприятия в рамках проекта «Народы БРИКС выбирают жизнь» в Тверской области призваны укрепить торгово-экономические, культурно-образовательные, туристические и инвестиционные отношения региона с Индией.